Собственное жилье – постоянное или временное большое счастье для своих обладателей. Если в данный период времени недостаточно денег для покупки полноценного дома, программа «Полезные метры» настоятельно рекомендует присмотреться к вагончикам-бытовкам. Качественное, комфортабельное и доступное жилье хоть на короткий срок, хоть на длительное время. Вагончики-бытовки могут использоваться как строительные, офисные, прорабские помещения, так и как пост охраны или сборные модули. Очень часто вагончики-бытовки устанавливают на дачных участках. Бытует мнение, что такое жилье попросту не может быть уютным и предназначенным для длительного проживания. Это ошибочно, потому как бытовки могут комплектоваться всем самым необходимым. Цельнометаллическая конструкция бытовки очень прочная. Крыша может быть плоской, односкатной, либо двухскатной. Наружная отделка бытовки – это либо достаточно дешевый оцинкованный лист, либо красивый, но чуть более дорогой полимерный. Для внутренней отделки помещений могут использоваться любые материалы, например, МДФ, СМЛ, ПВХ или деревянная вагонка. Внутренняя планировка зависит от предпочтений хозяев жилья. Полезная информация от специалистов. Определитесь с месторасположением вагончика бытовки на участке. Это во многом поможет определить размер и планировку будущего строения. Учтите рельеф участка, совмещение с другими существующими или находящимися в перспективных проектах постройками. Современные конструкции удобных блок-контейнеров позволяют создавать многоэтажные быстровозводимые модульные здания. Они идеально подходят для организации офисов прямо на месте проведения работ. На таких объектах можно создать административное здание и оборудовать его всей необходимой техникой. Однако есть одно «но». Здание не должно быть выше, чем 2 этажа. Тогда конструкция будет прочной и устойчивой. При правильной эксплуатации такие строения прослужат не одно десятилетие и будут в любое время готовы к полному переоборудованию или демонтажу и установки в любом другом месте. Компания «Комфорт ЕК» проектирует и изготавливает бытовки с начала 2007 года. Широкий выбор биотуалетов и кабинок, мебели настенных и напольных конвекторов. Получить исчерпывающую информацию по интересующим вас вопросам можно по телефону 361-03-55. Адрес компании – улица Автомагистральная, 37А, офис 202. Сайт www.comfort-ek.ru.